Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала Доктор Гнус. Чего? А, все нормально. Доктор Гнус, который называется «Параллельное похмелье. Рецепты не на каждый день». Вот знаете, вот с последними событиями YouTube чуть-чуть блокнули, и все. Вообще вся лента пустая стала. Нету роликов, нечего. Не на что такого прикольного сделать реакции. Вот Доктор Гнус молодец, радует. Радует, стабильно продолжает делать реакции. Молодец. Доктору респект. Доктор, я вам ставлю лайк, значит, комментарий для развития пишу. А вас, друзья мои, попрошу проделать те же самые манипуляции, только уже со мной. Напишите комментарий мне, поставьте лайк мне. А я буду начинать. Так, кто, если у кого, друзья, есть желание там заказать ролик, а самое главное, если есть возможность, ссылки в описании есть. Цены вполне демократичные. Да. Добро пожаловать в лучший межизмеренческий бар. Параллельное похмелье. Отличное место для переговоров, бизнеса... Ой, это как его? Из Футурамы. Бендер. Бар. Параллельное... Ой, чёрный плащ. Похмелье. Отличное место для переговоров, бизнеса, отдыха и знакомства с разными культурами. Вот так вот было написано в презентации, когда вы у меня деньги брали на свой стартап. А что по итогу я вижу? Какой-то парк гнилая устрица в помойке. Что ты делаешь, бестолочь? На это смотреть противно. Не то что пить. Собирайтесь, мы отправляемся на получение... Такие глаза в бокале, блин. ...квалификации. Сейчас мы вас отправим к истокам всего этого барного дела. Док! А, что? Ты забыл сказать. Что забыл сказать? Дисклеймер, док. А, точно. А как лучше его сказать? Вот так вот? Алкоголь вреден для вашего здоровья! Попробуйте только, найду, выжму как пижамку на морозе! Или... Прошу вас учесть, что алкоголь вреден для вашего здоровья в любых количествах и формах. Это фу-фу-фу-фу-фу. Все, что вы увидите в этой серии, исключительно для расширения вашего информационного поля. Зеленых росков, покрытых прозрачной росой. Итак, норм. Все сказал, давай дальше. Перед вами первый в истории коктейль-бар. Заходите и найдите там Джерри Томаса. Скажите от меня. В середине 19 века в Нью-Йорке Джерри Томас открывает свой бар. Не просто место для пьянства, а храм для истинных ценителей коктейлей. Джерри Томас популяризирует искусство смешивания алкоголя. Вообще, сам по себе, да, коктейль, оно издалека идет, искусство создания коктейлей. ...вольных напитков, и его бар становится местом, где пьют не только для удовольствия, но и для того, чтобы забыть о своих проблемах. Хотя бы до следующего заказа. Хотя бы до следующего заказа. В баре любой коктейль — это не просто напиток, а средство борьбы с реальностью. Хочешь забыть... Ну, в жизни, в принципе, для некоторых так и... Так и... Сбитой любви или неудачной сделки. Таким же является, короче. Легко. Джерри создаст коктейль, который заставит тебя пожалеть только об одном. Что ты не пришел сюда раньше? Джерри, дружище, один коктейль по рецепту Джеймса, а второй твой авторский. Только по одной. Им еще на работу. Уверен, что смешивать бухло додумались, как только на столе было больше, чем один напиток. Ну, вообще, да, я тоже так уверен в этом. Но вроде именно первый коктейль был сделан Джеймсом Пендлтоном. Он, скорее всего, первым был запатентован, возможно. Или первый, который до нас дошел, вот так вот скажем так. Первый, который до нас дошел. Да, который стал, известным стал. 19 века. Назывался он старомодный. Виски, сахар, вода и несколько капель питера. Это горькая настойка из трав. Получается классическая комбинация, которая на вкус словно... Отравляемся в ад. Кстати, с поездкой. И если вы думаете, что жизнь тяжелая, то просто пропустите пару таких коктейльчиков, и все ваши проблемы покажутся вам тривиальными. До утра точно. Ну что, почувствовали на вкус фундаментальные коктейльчики? Ну, на самом деле, да, есть же разный алкоголь, по-разному действует на людей. Бывает, алкоголь просто в голову бьет, а мысли всякие глупые. А бывает, что тело все вроде такое, а голова трезвая. Ум вообще трезвый. Такие, да, бывают. Рецепты записали? Отлично. Дальше двигаемся по экзотике. Лондон. Это один из самых престижных клубов мира. Перед вами коктейль «Идеал». Отличный способ пропить машину, дом и бизнес за несколько глотков. В состав этого напитка входят коньяк Льюис 13, полбутылки шампанского «Кристаль Розы», немного коричневого сахара и настойки ангустуры.
Это настойка трав и специй. Хлопья из 24-кратного съедобного сусального золота. И сервировка кольцо. Сусального золота? Из белого золота в 11 карат. Говорят, что стоимость такого коктейльчика примерно 55 тысяч фунтов стерлингов. Фунт стерлинга самая дорогая в мире валюта, блин. Во время употребления этого коктейля по бокам от посетителя ставят двух охранников. Ну, есть хрен. Я бы тоже без охранников пить не стал бы такой. Я, в принципе, только пить не стал бы. Но никто ненароком не толкнул гостя. И не прервал тебе, дорогая, стоящее удовольствие. Я даже сказал бы, не прикоснулся бы к гостю, пока он пьет. И лучше даже не смотрел бы в его сторону. Все, давайте. Один бокальчик на двоих, не больше. Алло, да? Так, здорово! О, привет-привет. Мне сказали, что у тебя готовится следующий мегабаттл. Все верно, подготовительные работы уже идут полным ходом. Недельки так через две схлестнетесь. Супер! Да. Все, я пошел полировать свою подводку. Здесь реклама шьема. А, нет, не реклама. Супер! Да. Все, я пошел полировать свою подводку. А, пофиг. Ну ладно. Че вы так... Сколько колес нацепил? Развезло. Вы сколько напитков выпили? Раз, два, три, семь. Вы че, совсем о***ли? Я же сказал, один бокальчик на двоих. Ну капец, вы гульнули, а? Да провалитесь вы теперь под землю. Че тупите? Ждете особого приглашения или у вас в кармане есть почти полмиллиона долларов? Все, уходим по-английски. Отсидитесь тут, в баре ада, пока сверху все не уляжется. А если не хотите оставить здесь свои души, то советую заказать коктейль Secret Seltzer. Это уникальный напиток, созданный как арт-объект и провокационные заявления. Нежели традиционный коктейль и с юмором обыгрывает религиозные элементы. Он состоит на 95% из настоящей святой воды, которая была освящена в соответствии с официальными католическими процедурами. А оставшиеся 5% – чистый алкоголь. Коктейль доступен в трех вкусах – манго, вишня и лайм. Он до сих пор не выпил, что ли? Наливай ему сам, а то еще немного и кажется его лишат чего-то святого и важного для него. Вот так. Все, наверху вроде успокоилось. Что дальше? Да. Совсем развезло, пацана. Ладно, сейчас это исправим. Какая-то адская настройка. Да-да-да, знакомое все место. Вам сюда. Заходите, попросите сделать вам wake-up juice. Ну или сок пробуждения, если по-нашему. Есть коктейли, которые даже насморк пить не стоит. Например, коктейль «Сучий потрох», описанный Венедиктом Ерофеевым в его романе «Москва петушки». 100 грамм жигулевского пива, 30 грамм шампуня, 70 грамм... Фу, блин, какая мерзость! ...присоля против перхоти, 30 грамм средства от потливости ног и 20 грамм дезинсекталя против насекомых... Хватит! Это реально кто-то пьет, что ли? Или, например, в кинофильме «Назад в будущее», часть третья. Профессора Эммета Брауна пробуждают коктейлем Wake Up Juice. Вот это... Пилка острого соуса табаско. Сок из банки перца халапеньо. Он табаско сам по себе. Я не пробовал, но... Мне просто нельзя острое. Но опять же, я ем все равно. Много, короче, нельзя острого. Но он очень, говорят, жесткий. Горчичные зерна, чили кайенский перец, часть луковицы и уксус. Все это смешивалось в большом стакане на глазок. Это называется привет гастрит. Тут даже не гастрит, тут язва прям. Не жалея ингредиентов и там... Вот ложка превратилась. Уксус. Все это смешивалось в большом стакане на глазок. Не жалея ингредиентов и того, кто это будет пить. Если верить фильму... Не жалея ингредиентов и того, кто будет пить. То через 10 минут он будет резко как священник в воскресенье. Все, отходи от него подальше. Работает, смотри. Не, а что бы нельзя бы сделать, допустим, ну зачем такой извращенный сильный коктейль? Ну вот, допустим, как в Кровавую Мэри, да, вот табаско добавляется. Кстати, так у меня не получилось Кровавую Мэри сделать, что-то пытался.
У меня просто формочки для льда были маленькие, они моментально растворился лед, и там какой-то он получился, вода там водянистый, ну, короче, херня получилась, попробую потом. Ну, допустим, грамм, ну, 50, как табаско вот этого, острого какого-нибудь, и, ну, чтобы просто острый был, вот такой, не такого вот извращения какого-то, а просто такой, ну, что-нибудь такое. Трига. Прикольного. Отлично! Как очнется, перемещайтесь в свой бар. Да. Эрнест Хемингуэль? Ой, конечно, приходите. Для нашего бара будет честь угостить вас, как ценителя хороших коктейлей. Так, мистер Лучи, готовьтесь. К нам едет в гости сам Эрнест Хемингуэль. Есть идея, чем будем... Хемингуэль? Я думал, Хемингуэй. Пять гостя. Давайте угостим его любимым и им же придуманным коктейлем. Смерть в полдень. Сначала в бокал наливается... А нет, смерть в полночь, например. ...пается 30 миллилитров абсента. Затем добавляется шампанское до полного бокала. Перемешивается и подается гостю. Ой. Абсент и шампанское? Я в принципе, абсент даже не знаю, что такое. А вам не кажется это скучным и слишком банальным для него? Нет, давайте что-нибудь свое. А есть же это как у русских? Не знаю, я уж не буду врать, там русский, не русский. Ёрш. А есть еще какой-то... более извращен. Ну, давайте, кто не знает, что такое ёрш? Ёрш, короче, когда берется, ну, этот, пиво с водкой мешается, когда ёрш называется. А есть еще, когда берут вот 0,5 от пива и туда стопку водки бросают. Ну, как бросают, отпускают, а падают туда. И получается 0, 100 грамм водки на 0,5 пива мешает. Это такие извращенные. Я видел, когда граненый стакан просто пробросают. Это такая отдельность. Ролики были, как бомжей поели, всякой гадости нет. Это... Да. Ну такое он точно запомнит. Или не вспомнит вообще. Вы что там ему наводяжили? Наш авторский коктейль — внебрачный ребенок. Напиток, последствия от которого через 9 месяцев изменит вашу жизнь. Выпила водку, береги пилотку. Наполнив яркими и запоминающимися моментами. Состав. Да-да-да. Что там такое? А, вернулись за этими. Одну минуточку, алло! Ваш счет за 7 выпитых коктейлей в Лондоне «Идеал» оплачен. Спасибо, что выбрали наш бар. Мы всегда рады новым гостям. Алло! Не-не-не-не, я не попаю до расплаты. Тут я все понимаю, долг, репутация и все такое. Я просто хочу вас проинформировать, что в связи со сложившимися обстоятельствами, наш гость теперь ваш гость, и он же ваша проблема. Без сознания лежит в разгромленном вами нашем баре. Не башню ему до ваших парней снесло. Что значит вы не подпишетесь на такое? Вы лучше сообразите коктейльчик, wake up juice, пока гости на приключения всякие не потянуло. И обязательно подписывайтесь. Так, ну ничего, прикольно. Так. Вот такая вот, друзья, сегодня у нас с вами получилась реакция. Понравилось или нет, напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клёвыми и всем пока. Делай как по кайфу, родной, только в рамках дозволенного.